Люди, да. Оттуда я всего лишь. Нет, памперсы медицинские. Медицина для детей. Да. Может, это надо самому смотреть. Дальчиком сердце. Да, ставите вы за меня. Любовь и вас. Любовь и вас. Я благодарю волонтеров, которые сегодня мы сорганизовались. Городская власть, муниципалитет, волонтеры, волонтерское движение создали городской штаб, который работает и достаточно эффективно. Мы сегодня едины, независимо от партийной принадлежности, независимо от взглядов своих. Сегодня все, каждый наш шаг, каждое наше действие для победы и ради победы. This is the mayor of Odessa. Идем дальше. Верх, низ, женский верх, женский. На основании своего опыта мы сделали вместе с соцдепартаментом базу, в которой заносятся определенные данные, чтобы максимально идентифицировать человека. Мы должны, кстати, не забывать о том, что многие люди без документов. Но хорошо, что есть база соц, всеукраинская, где мы можем подтянуть эти все данные и понять, что действительно человеку нужна помощь, и он действительно беженец. Конечно, приоритеты у нас – это люди с тех областей, где идут реальные боевые действия. Конечно, это мамы с детьми, потому что очень часто папы воюют. Это, естественно, пенсионеры, это, конечно, инвалиды. Ну, все, как всегда, самые незащищенные свои населения наши. Спасибо мэрии. Да, потому что перенаправили на нас все гуманитарные грузы, которые, ну, то есть вещи, детское питание, памперсы, то, что касается именно гражданских лиц. И теперь мы имеем возможность помочь большему количеству людей. Конечно, очень много несут одесситы. Сохраняется, и дальше у меня получается школа. Если бы не ребенок, я бы, наверное, не уехал. Ну хорошо, скажу, что... Но если это где-то через час... Успокаивать, потому что людям тяжело. Мы все сделали.